Листья, ну просто уже желтейшие. Когда же они отвалятся-то? Уже и ветер дует. Вообще пофиг. Так, пойду гляну, что там Горс Бруно. Сегодня пятница, 10 декабря. Сегодня мы ушли с работы пораньше, потому что у нас корпоратив. Мама наша танцует в Вашингтоне. Не-не, пойдем. А соседка попросила нас еще погулять с собакой. Столько событий в один день. Сейчас мы с Брунеллой погуляем. А потом покормим его. Немножко дома посидим и поедем на наш компанейский корпоратив. Мне разрешили взять детей, потому что мне не с кем их оставить иначе. Вот так вот Бруно кого-то там заметил, стал боевую стойку. Да. Мы оделись так красиво, как смогли, без маминой помощи. И собираемся на бал. Надеюсь, 12 наша Honda не превратится в тыкву. Так, ладно, мы пришли. Джеймс в этом году нарядил фасад. Можно, дорогой? У него личная елка. Yeah, we definitely need to bring it inside. That's not where you leave the stuff. Moreover, you'll be given a number. Alec, come on! Don't break it. At least don't break it. Immediately. Давай. Yeah, you. Okay. This is the tree this year. Almost too tall to be in that room. Nice. Ooh, this sucks. А вот рождественские носки. Как много их. Вот эти для людей, для семьи. А с белым кантиком это для собак. А Лола, фиг, это типа фига. И sugar, сахарок. Там второй этаж, я никогда не был. А там спальни, это не для гостей. Тут бар, все такое, тусня. Похоже, я пришел чуть ли не первый из русских. Это особая комната у Джеймса. Здесь он выставляет свои произведения искусства. Вот эта красотень. Вы не одобрите. Вылеплена из жеванной жвачки. Когда-то весь бизнес начался с жвачки. Он даже продает такие наборы цветной жвачки, которые можно опробовать, а потом изобразить некое панно. А вот новая финтифлюшка. It's just the beginning, just the beginning. I'll tell you why. Тут бар, похоже. О, две новые куклы еще. По мотивам Щелкунчика, наверное. Привет. Здесь какая-то закуска будет чуть позже. Небольшой буфетик. Макарошки, салачки, кальмары, что ли, фаршированные. А, это рыба? Ну, тогда рыбу мы возьмем. Видите эти спины? Это потому, что сейчас начинается так называемый белый слон. Будут называть номера. Все собрались вокруг елочки, каждый будет тянуть подарок. Наш номер 80. Это очень много. Я попробую снять поближе. Суть такая. Каждый, кто принес подарок, получает номер. Эти номера называются, вызываются с первого и до последнего.
Каждый у нас какой город? Либо 80, либо 0,8. Это 80 точно. Чей номер вызывают, выходит и берет из-под елочки любой подарок. Открывает его. А люди, у которых следующий номер, могут либо взять из-под елки, либо украсть первый подарок. И так далее. Okay, number one appears to be a mini cup flip. 79, going once, going twice. I was 79. Going three times, I said 79. And then 81. Right here. There's no 81. Oh, 80. Just grab it. You're a cool kid. Let's go. You need to show, I guess, what's inside. I don't know that, buddy. I don't know what it is. Yeah. Woo! Okay. That's a game. All right. Вора, покажи палец. Don't let your parents know. Вот какой дурацкий подарок получил Егор. Да. Глупее это вообще ничего нельзя придумать. Но детям нравится. Ну вот и заканчивается вечер. Белый слон прошел. Нам что-то досталось, дети рады. Я сейчас выпью вон тот чай, который кипит. Мы поедем домой. Очень необычные ощущения проводить корпоратив в трезвости. Я это, пожалуй, вырежу. Ладно, всем пока. Ставьте пальцы.